Урок 5. Проигрыватели DAC. Часть 2. Кнопка SetQ устанавливает точку разметки на аудиоданных в месте расположения указателя. Данная функция применяется для того, чтобы в дальнейшем была возможность начать воспроизведение с точки разметки Q, используя кнопки Q Play – воспроизведение с точки разметки и Q Pause – перенос точки воспроизведения в точку разметки и остановка воспроизведения. Трактор DJ Studio обладает возможностью хранить до 10 точек разметки. Для этого нужно открыть панель Q Edit и, установив новую точку разметки на аудиоданных, нажать кнопку LOCK. Чуть выше появится название данной точки, которое можно изменить, нажав по нему левой кнопкой мыши. Открыть весь список сохраненных точек разметки можно, нажав на треугольник, находящийся рядом с названием точки. Кнопка Set Loop позволяет задерживать определенный отрезок аудиоданных так, что он будет проигрываться от начала до конца до тех пор, пока активирована данная кнопка. Величина отрезка измеряется количеством ударов основного барабана или количеством долей. Нажав по кнопке правой кнопкой мыши, мы откроем список, в котором предложены различные числа, означающие количество долей. Кнопки M и S позволяют указать, какой из проигрывателей является главным – мастер, а какой подчиненным – слейв, что позволит программе автоматически сделать скорость подчиненного трека равной скорости главного. При этом, если скорость главного трека будет изменяться, такие же изменения скорости будут происходить и в подчиненном треке. Схожая по действию кнопка Sync мгновенно синхронизирует скорость данного трека с скоростью противоположного, но эта функция не действует, если активирована кнопка M – Master.